С нами Екатерина Зеронова, которая только что принесла победное очко в фантастическом матче. Она переиграла непобедимую, казалось-то, Риту Фитюхину. Самарочка выиграла первый полуфинальный матч. Расскажите, как это было, Екатерина? Ну, мы знали же, конечно, что будет матч тяжелый, что просто каждый должен постараться, насколько может, дать постараться одно свое очко, что мы как раз-таки и сделали. Вся команда дала по одному очку, и сегодня победа за нами. Именно по поводу моего последнего матча, что я могу сказать, с Ритой очень тяжело играть. Она все попадает на стол, кажется, вообще какие-то невероятные мячи, которые уже нельзя брать. Мы с ней все время боремся, но я последний раз у нее выиграла, наверное, когда мне было лет 16, то есть это 4-5 лет назад. И поэтому каждый раз я выходила, думаю, сейчас. И вот хорошо, что сегодня так все сложилось, и сегодня, наконец-то, победа за мной. Вы сегодня были просто неудержимы. Ну, первый матч, вот я вышла играть с Юлей, что-то немножко не поняла, немножко не вошла в ритм, и потом как раз-таки сидела, и пока все девочки играли, настраивалась на свой матч, потому что я знала, что при 2-2 это нужно обязательно выиграть. Вот. Вы часто играете 2-2, это, наверное, же большая ответственность. Ну, конечно, да. Вообще, при любом счете играть большая ответственность, а при 2-2, потому что вся команда сидит, болеет, верит в себя, и, конечно, не хочется никогда подводить свою команду. Ну, впереди завтра еще же один матч, правильно? Да, завтра нам играть, по-моему, в 13:00 еще раз с ними же. Нам нужна только победа еще одна, чтобы выйти в финал, поэтому мы будем сейчас отдыхать и настраиваться, посмотрим матчи, наверное, и уже будем готовиться к завтрашнему дню. Екатерина, вы большой молодец, достали нам всем удовольствие своей игрой, так что поздравляю вас еще раз и с личной победой, и с командной победой, и удачи вам и дальше. Спасибо большое, еще хотела бы сказать спасибо большое нашим болельщикам из Самары и по всей России, спасибо, что нас поддерживаете, мы это ценим, мы это любим, мы это чувствуем, спасибо. Спасибо, Екатерина.